Новые лица, удивительные судьбы, незабываемые истории людей и города Чебоксары. Проект 550 кадров возвращает в прошлое и дает возможность сравнить, каким был и стал наш город. Георгий Глухенький приехал в Чебоксары в 1960 году молодым специалистом на электроаппаратный завод. Столица в то время была одной большой стройкой. Город активно рос и нуждался в квалифицированных специалистах. Для многих из них он стал второй родиной. Молодые специалисты, которые приехали из разных городов нашей страны. И самое удивительное то, что по окончании трехлетнего срока практически 90%, не меньше, остались в Чебоксарах. Потому что прикипели душой и сердцем. Мы вросли в чувашскую землю. Так, и свою дальнейшую жизнь мы уже не представляли без Чебоксар. Еще одна героиня проекта Раиса Токмакова помнит, как шло строительство монумента воинской славы. В 1970 году она работала на Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрике и часто бывала в тех местах. В то время, конечно, такого холма не было красивого. Просто вечный огонь был. Для города это очень большое событие было, конечно. Все старались сюда приходить и смотреть. Сейчас, конечно, красота какая. Прям душа радуется. Это только две истории из жизни нашего города. Оставить след в летописи и стать героем рубрики может каждый. Если у вас тоже есть старые фотографии на фоне любимой столицы, интересные истории, связанные с этими снимками, мы ждем вас по адресу проспект Ленина, 15, в редакции национального телевидения Чувашии. Самые интересные истории покажут в нашем эфире. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.